Песни военных лет с утра звучали в Парке Победы. С портретами в руках, цветами и венками, а мечи спешили к городским мемориалам. Тысячи погибших в боях, скончавшихся от тяжелых ранений солдат. Столько же умерших в тылу от голода и болезней стариков, женщин и детей. Память о них, а мечи почтили минуты молчания. Сегодня прекрасная молодежь, сегодня очень много детей, очень много приходят ветеранов с внуками, с правнуками, показывают им о том, чем можно дорожить в этой жизни. Я думаю, это долг каждого сегодня прийти и отдать дань почести нашим воинам. Для меня это важное событие, я думаю, не только для меня, для всей страны. Ни одна семья не осталась безучастна в этом. Трагические моменты, 4 года войны и послевоенные годы восстановления. 9 мая горожане не сдерживают слез. Вторая мировая война принесла горе в каждую омскую семью. Я пришла вспомнить своего дедушку. Он у меня воевал в Великой Отечественной войне. Вот у мужа тоже дедушка воевал в Великой Отечественной войне. Мы пришли почтить память, вспомнить вот эти трудные годы. Отец тяжело был и воевал, и с фронта пришел. И в плену был, и все было. Поэтому Царство Небесное, нет у них живых. Вечная память. Да, вечная память. Церемония возложения гирлянд и цветов прошла сегодня в Парке Победы, на Омском Староседерном кладбище, к памятникам Дмитрию Карбышеву и Георгию Жукову. Любовь Федорова, Юрий Дорошенко, Антенна 7.